Всем привет, друзья! С вами Кенник, игрыш под названием Grim Souls. Короче, я выполнил задание убить... Ой, нет. Или не убить. Короче, завалить... Вот. Убить проклятых рыцарей 10 штук. Я его выполнил, и сейчас перехожу к заданию Лабиринт. Выяснить, что скрывает Хуген. Я здесь уже пришел, оделся. Давайте зайдем, посмотрим, что да и как. Пишите свои комментарии, играете вы в Grim Souls или нет. Какой у вас акт, потому что у меня он... Второй только. Так, Хуген. Хуген, наверное, ничего скрывать не будет, потому что тут пацаны какие-то сидят. Ой, еще ведьма тут где-то плачет. С собой взял, конечно, кирку. Наверное, никак не проще ударить. Тихо, тихо. Стою, стою, стою. А он тут еще бежит. Кто-то еще бежит, и можно еще кому-нибудь... Кстати, это какой-то, да, вот видите, лабиринт прям целый. Вот тут ведьма стоит. Жду, пока этот прибежит. Ну, как-то он долго бежит, наверное. Очень большой тут лабиринт. Стопудово прибежит тогда, когда я этого ударю. Нет. А, я не туда пошел. Вот он мне подсказал подсказку, куда идти. Но я, наверное, завалю здесь всех, потому что этого можно ударить со стелса. О! Ты будешь кричать очень громко, поэтому идем в другую сторону, вдоль забора. Потому что может быть грустно. Так, он куда-то сюда побежал. Сюда, 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 сюда. И вот еще по кругу. Так, уже кого-то я согрел. Так, этого, наверное, можно ударить со стелса, да? Даст мне лояльно ударить или нет? Не, да, куда ты денешься? Так, дальше. Мне кажется, наверное, всех тут надо убивать. Кто там у нас стоит? Тоже. Наш дружбан. Так, благо, что я с собой взял еще пернача. Я прям так и хотел сделать. Давай, успею ударить. Вот, тут еще и рыцарь. Ты драться будешь? Давай, давай. Еще три. Еще удар. Отлично. Let's go. В смысле тут тупик? Не понял. А куда тогда? А, вот сюда, ё-моё. Тупица. Да ё-моё, вы чё, угораете? У меня не хватит хила с вами тут махаться со всеми. Кто ты? Ты кто? Next. Ведьма, ее надо, наверное, быстро валить. Это задумка такая, поэтому я ничего не смогу сделать. С этим опять им... рыцарем, наверное, надо пожестче быть. Так, пока идет и этот бомж, мы здесь все полутаем. О, вот это честь нормальная. Здесь можно забрать еще вот это, и у меня будет еще комплектик, да? Так, а вот здесь мне дают возможность сделать кирку, топорик. Так, там еще одна вон эта вот мразь, которая ревет. А вот в центре какой-то лук. Очень интересно. Очень. Ну, этого, ну, попробую. Но это маловероятно, что я получится у меня такое сделать. Давай, 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 давай. Это хорош. Хорошо. Так, пока тут чувак идет, мы успеем. Еще. А что здесь срубить надо по-любому, да? Ха. Обалдеть. Так, а топор можно сделать? Фу, слава богу. Давай, рубим.
Ну вот. Можно и ресурсики здесь подкопить. Надо прям это делать. Не то слово. Можно. Гробы забираем. Чтоб это во Фростборне так было. Пришел, киркой помахал. Было бы поприкольнее. Но это грим Мазафака Souls. Потому что игрушка Hard Core. Блин, там этот же скач. Я, знаете, что, наверное, сделаю? Вот так позову этого. А этого ударю со стелса. Но... Может его, конечно, и не бить. Но варик только один. Так, пускай этот ближе подбежит. И вот так. И вот. Он прям сальто завернул. Давай, давай, ворочай, ворочай сальтоны. Здесь вот можно ягодки покушать. Можно порыгать здесь заодно. Но у меня хило цигель-цигель. Ягодки еще можно подхавать. Так, мне вот сюда, да? Блин, что, у меня не хватит? Опять еще один рыцарь. Попробую ударить со стелса. Ай, хорош. Ай, хорош. Хватит у меня. Хватит. Куда ты денешься, боже мой? Это опять все съедаем. Так, что у меня? Это что такое? 100% хп. А, у меня, может, 100 на почте еще есть, а? О, эль. Эль. Все, да. Я бомж. Очень приятно познакомиться. Я бомж. Бомж Кенник продолжает выживать. Блин, ну вот почему так специально сделали, а? Давайте я вот эту штуку возьму. Нафига мне? Я с собой и серп взял. И молот. Ну все. Здесь. Это, наверное, последние бомжи. Ну, рыцарей было много, на самом деле. Там кто? Плачь. Плачь, детка, плачь. Давай, давай, давай. Короче, когда она ревет, начинается очень жесткий переворот. Так, пока они все подойдут, мы лутаем последний ящик лабиринта. О! Прочитать. Все цели выполнены. Взять все. А что оставить можно? Можно мяско съесть. Это мне пригодится. Что здесь еще можно оставить? Так, топорик. Вот так, наверное, сделаю. Ага. Да, потому что у меня все это есть. Сейчас это сломается. Так, погнали. И мы, конечно же, сходим с вами в подземелье и залутаем там ящик. Здесь у нас что упало? У нас здесь упала шипастая палица и одноручный меч. Ну, в принципе, лут неплох. Лут неплох. И можно, конечно же, забрать, завершить задание, это дома. Так, минус один. Вот и два слота вам. Пожалуйста. Минус два. Ага, это еще сюда упало. Да, здесь можно полутать дерево, здесь можно полутать луты. Итак, погнали, теперь сделаем подземелье отрекшихся. Итак, дамы и господа, я уже нахожусь у главного сундука. Начинаем маслать эту малую. Лутаем ящик. Я как раз здесь выполнил заодно убить привратника и посетить подземелье. Что будет дальше у нас? Пока неизвестно, пока я не схожу домой. Ну, давайте убьем эту ведьму орущую. И посмотрим, что за сундук. Вот, лабиринт, короче, это как, прям как лабиринт на самом деле. Можно проходить. Нужно даже проходить сюжет, акт. Так что вперед, дерзайте, Grim Souls вас потратит по полной. Так, поехали. Оп. О, чё?
Клевец какой-то уникальный. Хера ты, волына. Я поднял себе доспех чешуйный. Короче, ладно, забираю все. Ну-ка. Я первый раз это оружие вижу. Может, оно какое-то дикоредкое. Как кирка, да, такая? Броня такая чешуйная, вообще блатная. Ну, короче, я на блатной педали теперь. Клевец. Ух ты, блин. Двуручный уникальный принт превосходное оружие против рыцарей в тяжелой броне. Скорость атаки игнорирует броню противника. А, это типа подрезание или что? Блин, ну прикольно. Ну, если честно, цепи и механизм, это все не очень интересно. Когда же мне выпадет то, что я хочу? Наверное, никогда. Ладно, вот такой вот, ребят, Grim Soulsик получился. Будем дальше развиваться, смотреть, что да и как. С вами был Кенни, кому понравился данный видосик. Шлепайте уже Лукас по-братски. Пока-пока, до новых видосов. Чао, какао.